которая колхозная. Если она есть, я детей по частям заберу туда. Мы должны набрать малину, подготовить. А они любят клубнику с молоком. Я вам про это рассказывал. Все, что, о чем я говорил, мы выполнили. И под деревьям, где лазить сходили, и под трубу, и кричать по зверинам, и я все учил в воскресенье. А это еще я не мог выполнить, потому что пост. Так, видите, кто идет? Коровы. Так, отвлечемся маленько, поприветствуем. Такой у нас закон. Девочки. Выйдите. Дальше, Игнатий, вообще не идите. О, проходи. Дай-ка я приду. На нас он смотрит. Рося, дальше не иди, Игнатий, вообще. Все идет. Вон куда бежит-то. Вараны. Так, туда не вылазьте, вперед. Не вараны. Вот отсюда смотрите. Я пока вам про кого буду рассказывать. Вам это полезно. Мы приветствуем пастуху. Благодарим Бога. И уходим на завтра. У нас все почти приведено в порядок. После завтрака я оставлю тут расположение. Он идет. Кто пасется? Веня. Ну вот, хорошо. Так. Никто не, дальше не заходите. Вот где я стою, дальше меня никогда не заходите вперед. Сейчас, как он появится, мы все хором крикнем. Доброе утро, Вениамин. Поняли? Когда я начну говорить, вы смотрите за рукой. Нам нужно поддерживать хорошие отношения. Дети пасут отдельно. Мальчика мальчики отпускали, девочки девочки. Им очень интересно. Вот он проходит. Так, внимание, приготовься. Руки из карманов, Нестор. Сейчас он повернет, повернется к нам. Нестор. Мы его поприветствуем. Вот так. Сейчас он повернется. Давайте. Доброе утро, Вениамин! Доброе утро. Так, это наши пастухи. Посмотрите, коровки какие. Бычки. Овечки. Он моет ее. Это футбольное поле. Играет тут. Это в них волейбольное, а что-то мало эти не играли. Трим хватает. Там сетка порвалась. А, сетка порвалась. Так, уходим на завтра. Встанем еще раз. Я спрошу, что платочки. Ага. У нас порядок такой, чтобы у каждого был платочек. Смотрите внимательно. Почему в путевке написано 4 платочка, они теряют. Сегодня вы гости, один раз, если у вас нет платочка, один раз сойдет. Завтра придется бежать по полям, сорвать листик. Разового пользования платочек. Если нет платочка, подойдите к старшему, кто-то даст вам. У нас тут есть запасное. Так, показать платочки. У кого нет, выйди сюда. Вот видите, наши люди, они забыли. Где платочек? Все, ответа нет. Где платочек? Нет. Все, нету. Это уже не один раз. Так куда? Встань. Так, вы свободны, бегите. Это бежать отсюда метров 300, пока туда-сюда. Это память вот здесь будет. Ну, это совсем уже беспамятные обычно. Если одежду забывает, дежурный обошел, нашел. А родители говорят, играли в футбол со школы шли, то он вместо ворот портфель поставил, там и забыл, ушел с крышками. Он обязан взять одежду, вот так махать над собой и три раза вокруг лагеря бежать и кричать. Я забываю одежду за станом. А в это время обед идет. Он прибежит, она к компоту. Другого нету. Все, на один раз и все пришито. Все, садимся за стол. О, два платочка у него. Там подскажут, где и что. Видимо, надо раскрыть там второй зал. Когда? Завтра поставь.
Все, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Все руки в крови. Бегай. Валя, пойдем кушать. Поплотнее, братья, поплотнее, чтобы все вошли. Так, ничего пока не трогайте, смотрите, я расскажу порядок. Соня, ручки, когда все сядут. Так, проходите. С ребятишками, где найдите место. Так, сестры, самый конец туда уйдите. Леонид, самый конец туда, поплотнее, друг другу. Так, подождите, братья, а тут у нас скамейка-то пустая. Ну, кто не войдет, тогда всех посадят. Садитесь. С той стороны никого нет, кто-то сядьте там. Валентина, место надо туда. Так. Попробуйте. Да, придется вам или сдвинуться, или вы. Садитесь подальше. Посмотрим, там их палочки. А тут Светлана. Дальше. Светлана. Светлана. Сейчас два Вани, вот сюда их надо садить, а то они вон туда сели, Паша туда сел зачем-то. Что их туда посадить? Ну вон Паша сидит. Сюда бы посадить. Я его не вижу. Паша! Не надо, Володя. Не надо, ну что не надо? Здесь взрослые мужчины сидят. Взрослые мужчины еще наберутся. Поплотнее друг другу. У вас тут так много, что я специально туда детей не пересадила. А я просто место, я смотрю свободно. Это ты сейчас. Виктор, так, все. Повара, всем молчат. У нас полное молчание за столом. Внимание, смотрите на меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Так, ну-ка наш лозунг, давайте. Россия должна встать! Россия – это мы! Во славу Божию! Мы будем так, мои подопечные ко мне. Игнатий Тихонович. Так, садитесь, где место найдете? Вон. Вон там. Здесь тоже можно. Сюда. Я уже пил сегодня. Так, Тарасик. Продвигайтесь вот туда дальше. Тарас. Тарасик, ложку все, давайте сюда. Еще там будут все остальные молчите, это старший воспитатель с вами разговаривает. Мама, вот посмотри, каждое утро она у меня на особом положении лежит. На земле так и так. Еще кто-то Тарас ей не дал. Давай. Так, святую воду подали? Да, подали. Так, все можете забрать. Вот забрать можете. Так, какой-то там разговор идет сзади. У нас ни одного слова за столом не говорить. Пальцы поднимайте. Первое, второе, третье. Значит, порядок такой, смотрите. В левой руке кусочек, внимание, правая ложка. Вот этот стол перпендикуляр вверх, знаете? За него, чтобы подбородок не давать просто. Руки дальше кистей на стол не ложить. Приступайте. Смотрите рядом сидящие, они вам подскажут. Если маленькая чашка, то добавка больше нет. Дайте им, чтобы не таскали. Вон, Ксюша, чтоб тащил. Ксюша? А, ну да, уже. Агния.
Так, дежурные, внимательно наблюдайте, кто что просит. Горячая, осторожно. Горячая первая. Горячая, все слышали, осторожно. Первая горячая. Передавай. Она будет. Айна, помоги. Мою тоже могу. Передавай, брат. Айна, у тебя голова полностью на уровне стола. Отшатись. Ну поставь перпендикулярную ножку. Ты посмотри, за нее залазишь, нет? Очень от первого.